Иисус. 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 Слава тебе, Иисус. Слава тебе, Иисус. Святой. Да святится Твое имя в наших сердцах, на нашей земле. Да святится Твое имя, Святой. Будь прославлен. Слава тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Кира на большам покосодолоподо самба. Слава тебе. За то, что мы твой народ. Народ пастве твоей. Аллилуйя. Слава тебе. Аллилуйя. Иисус. Мене не буду сам багая. Мене не буду на бага сам багая. Чила не буду не буду на бага сам багая. Аллилуйя! Аллилуйя! Святой, святой, свят Господь. Bago samboko sambakaya. Svato. Slava. Svato. Svato. Gospod. Играйте чуть-чуть. Добрый день, народ Божий. Это очень мощное поклонение, поклонение в духе, в истине. Авигея, Авигея в духе, потому что то слово, которое Господь дал мне, Он дал Псалом 91, 2-3 стих, из 10 по 16 и так далее. Но прежде чем мы сядем, здесь написано: благо есть славить Господа. Дьявол, он обесценивает поклонение. А Библия говорит, благо есть славить Господа. Многие не понимают, почему в церкви мы вначале поем, играем. Это не просто поем, не просто играем. Мы поклоняемся живому Богу, мы поклоняемся. Благо есть славить нашего Господа Иисуса Христа. Я хочу сказать тебе, что ты нигде на земле не найдешь блага. Благо есть только на небе. И как только ты поклоняешься Ему, небеса направляют тебе благо. Многие, не имея это откровение, не понимая стихи из Библии, потому что читают без Духа Святого, они поклоняются дереву, они поклоняются своему дару, они поклоняются солнцу, они поклоняются себе, они поклоняются своему творчеству, они поклоняются истуканам, они поклоняются человеку, они поклоняются кумирам, только не Богу. Он, будучи в церкви, поклоняется мамоне. Но Библия говорит, благо славит именно Господа! Только Господь силен дать тебе благо на этой земле. В чем сила поклонения, что она высвобождает
Эта сила высвобождает атмосферу Божью. Вы понимаете, да? И когда ты на самом деле поклоняешься, неважно, на сцене, там, в зале, то ты входишь в атмосферу откровения. И то, что я сейчас вам читаю, это я читаю из Библии, Псалом 91, 2. Но там написано только «благо есть славить Господа». Все остальное приходит от Духа Святого в этой атмосфере откровения. Вы понимаете, в чем дело? Настоящее поклонение, когда ты поклоняешься, ты начинаешь получать откровение напрямую от Него. Деяния апостолов, 10 главе, 38 стихе написано, что Господь Бог, Отец, помазал Иисуса Христа силой Святого Духа из Назарета, и Он ходил по земле, благотворил, благотворил. Библия говорит, благо славить Господа. Когда ты поклоняешься Богу, этот Иисус, Сын живого Бога, начинает творить благо в твоей жизни, в твоем доме, в твоих финансах, в твоей семье, в твоем служении, в твоем городе. Поэтому славь Бога от всего сердца. Для некоторых это поклонение мучения. Я смотрю, некоторые стоят и мучаются. Быстрее бы это поклонение закончилось. Быстрее бы пастор проповедовал или еще что-то. Быстрее бы служение закончилось. Если ты пришел сюда и спешишь куда-то, тебе лучше не приходить сюда. Но я пришел сюда, чтобы потеряться в нем. Потому что его присутствие наслаждение. Его поклонение наслаждение. Его поклонение благо, утешение, слава. Во имя Иисуса он начинает творить что-то в моей жизни. В моей судьбе, в моем служении, в моих детях, в моих внуках, во имя Иисуса. Благо есть славить Господа. Когда ты славишь, это уже благо. И когда ты поклоняешься, благо обязательно есть. То есть ты не останешься без блага. Ты уже благовещенский, я понимаю. Никуда не денется он от меня и от него. Но не об этом благе речь идет. Речь идет о небесном благе. Тебе нужно благо, не просто добро. Тебе нужно благо, тебе нужна свобода, тебе нужно исцеление, тебе нужно благо. Тебе нужно то, что земля не может дать тебе. Может дать тебе только небо, только Иисус Христос. Поэтому мы бежим в церковь. Поэтому мы бежим в церковь. Каждое утро, каждый день. И для меня это не обуза ходить в церковь. Это не развлечение. Я говорю, это не развлечение. Я вот смотрю, огромное спасибо, Сергей, за твое сильнейшее свидетельство, за твою веру, за веру твоей команды. Я благодарен Богу за огонь Божий, который горит в тебе, за эту страсть. Ты теперь меня понимаешь, да? Ты вышел всего лишь на 5 минут, чтобы вдохновить, веру взорвать. А не получается. И вы не получаете, им не надо, им это не надо, они этим не живут. Но в любом случае, мы будем делать, нас уже двое. Я говорю, нас уже двое. Один прогоняет 1000, двое тьму. А если еще кто-то присоединится, мы разгоним всякое зло из нашей земли во имя Иисуса. Я благодарен Богу за это свидетельство, за вашу веру, за вашу неотступность, за вашу любовь. За вашу смелость, за вашу мужество, за то, что служите. Спасибо вам большое, что вы служите селу России, людям, приносите туда благое, благое Евангелие Иисуса, исцеление. Это же потрясающее чудо. Человек в возрасте, у нее дети уже в возрасте, и она не отвечает то, что происходит в голове, и Бог приходит и исцеляет. Как часто это происходит в твоей жизни? Как часто?
А здесь мы должны все стоять на ушах, что этот великий Бог, который здесь двигается по Амурской земле. Конечно же, хочется просто славить, петь, поклоняться. Но я долго был в мучении. Все эти три дня у меня было два направления. В каком направлении двигаться? Я мучился, не мог ориентироваться. И Господь повел ни в том, ни в том. И я вынужден делать то, что Дух Святой говорит, потому что это очень важно для церкви в последнее время. Огромное спасибо, левиты. Огромное спасибо. Пусть Бог благословит вас. Садитесь, пожалуйста. Воздайте славу Богу. Перед служением подходит один ребенок и мне дарит такую коробку. Я открываю, я говорю, а что там в коробке мне? Александр Козуленец говорит, это кошелек. Я еще кошелек не открыл. Вот. Может, в кошельке что-то есть? Ничего нету. Но у нее есть вера, что в этом кошельке будут деньги. Знаете, это для меня не просто. И это для меня не юмор. Для меня это знамение. Это означает, если Бог дает кошелек, значит, Он скоро даст большие деньги. Но я не люблю кошелек, вам честно скажу, потому что он очень маленький. Нет такого кошелька, который я полюбил. Большой кошелек я не буду носить вот так здесь. Вот. Поэтому я тем, которые говорят, мы хотим жертвовать, я говорю, вы можете мне денег не давать. Вообще ни копейки. Вы придете ко мне, мне надо столько денег дать. Я скажу, туда отдай, за это надо платить, за это надо платить. Мне даже не надо, чтобы деньги попали в руки. Мне нужны деньги для царства. Мне нужны деньги для Евангелия. Мне много не надо. И знаете, сегодня мы кушаем и переживаем, как сбросить вес. Знаете, просто надо кушать вот столько. Немного. Разве это много? Ну, сколько стоит вот три раза в день вот так столько кушать? Так говорят, вот столько, не больше. И у тебя будет все в норме. И тело будет в норме. И не надо мучиться, сбросишь, не сбросишь. Все будет в порядке. Что я много трачу? У меня обувь у меня длится, сколько? По 15 лет, по 20 лет. Я не меняю. У меня сандалии есть 20 лет. Легендарные сандалии, 20 лет. Они до сих пор служат. Чего мне много надо? Одежда для меня не надо, потому что вы уже привыкаете, вам уже неинтересно смотреть на меня, потому что вы люди. Вот. Поэтому я меняю одежду. А так я и не менял меня одежду. У меня воротник не стирается, ничего, все в порядке. Вы понимаете, о чем я говорю? Что мне много денег не надо. Мне 56 лет. Через 4 года будет 60, а через 40 – 100. Я просто вспомню, когда мы на машине ехали с детьми, Пашо тогда было 10 лет, и он говорит, папа, фу, тебе через 4 года будет скоро 40. И знаете, в атмосфере такая униния пришла в эту машину. Я говорю, Пашо, а через 40 лет мне будет 80. Они, я поэтому сразу ответил на ваш вопрос, когда мы сказали, что мне скоро 56, кто-то сказал, через 4 года 60, а я сразу сказал, через 40 – 100. Поэтому оптимизм продолжается. Поэтому не унывайте, даже если вам 60, через 40 лет вам будет 100. Если тебе 70, через 30 лет будет 100. Если тебе 80, через 20 лет будет 100. Поэтому 100 еще впереди. Поэтому вот точка опоры. Точка отчета. Ты ходишь в церковь в новое поколение, а не старое поколение. Где есть Дух Господень, где есть слава, где есть свежесть, где есть помазание. Вы можете пока стоять, я тоже стою. Благо я славить Господа и петь имени Твоему Всевышнему. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях.
Сколько тут струн? 6. Еще 4 надо добавить. Давид сказал 10-струнные. Поэтому делайте гитару. Есть самопальные ракеты настольного тенниса. Мы добавляем, чтобы мягче было. Давайте сделаем такую гитару. Свою, по Писанию. Это же круто играть на 10 струнах. Я не знаю, кто будет играть, но пусть гитара будет. Ибо ты возвеселил меня. Подождите. Реально, вот кого Бог развеселил сегодня? Не то, что он там, знаете, вот пришел развлекать, развеселить. Реально, его присутствие радует тебя. Кто? Кто от его присутствия радуется, когда он касается, кому хорошо? Кто? Здесь есть развеселенные? Развеселенные братья и сестры, церковь развеселил. Первые аккорды, первые голоса, первое поклонение, первое свидетельство. Тебе уже дает надежду и веру. Что и твои проблемы могут быть решены. Поэтому не опускай руки. Через это свидетельство можно уже служение закончить. Потому что это то, что надо. Это продукт веры. Это свидетельство слова, что слово работает. Иди делай то же самое. И все будет в твоей жизни во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Ну что, садитесь. Пожалуйста, служу порядка, двери закройте. На ключ. Чтобы никто не ушел отсюда. И 6 стих говорит, как велики дела твои, Господи! Дивно глубокие помышления твои! Великие дела Божьи! Какое счастье, что мы видим дела Божьи на нашей земле! Какое счастье, что мы видим великие дела Божьи! Послушайте, о чем мы молились, о чем мы пророчествовали 20 лет тому назад, против чего боролись, и за что нас судили, гнали, даже наши братья, за то, что нас осуждали. Сегодня из центральных каналов власть имеющая это провозглашают. Разве это не победа? Разве это не великие дела Божьи? Разве это не Бог, который бодрствует над своим словом? Разве это не то слово, что Бог бодрствует над своим словом, чтобы оно скоро исполнилось? Разве не это главное в нашей жизни? Сегодня люди даже забыли, откуда это все пришло. Она так сказала, она правильно говорит, она умно говорит. А люди даже не вспоминают, что она дублирует слова пророческие. Она дублирует пророческие дела пророческой церкви, которая идет впереди на 15-20 лет. В 2004 году мы здесь проводили работу во имя Иисуса в учебных заведениях, на площадях, везде. Прошло ровно 20 лет. Ровно 20 лет на уровне страны звучат эти золотые слова. Семейные ценности, нравственность, Христос, духовность. Воздайте славу Богу. Поэтому у тебя, как минимум, еще есть гора на 20 лет вперед. В 2044 году будут дублировать другие пророчества. Поэтому Бог не дает места для уныния до 2044 года. По крайней мере, для церкви так. Я говорю, по крайней мере, для церкви так. Если ты в церкви, не физически, а органически, если ты в церкви, если твое сердце здесь, если ты от сердца поклоняешься, от своего сердца, любишь его, от своего сердца, всей душою, то ты умеешь будущее. А?
Как Авигеюшка сказала, она как сказала, как хорошо, да? Я понимаю, что кто-то сидит в духе, там, немножко в возрасте физически, в духе возрасте, думает, а кто ты, что ты меня обличила? Знаете, кто никто, Бог пришел, когда она сказала. Кто никто, как бы ты ни оценивал ее, Дух Святой пришел, когда она что-то говорит. И когда Дух Святой пришел, я сдался, я поднял руки. Не потому, что это моя дочь, поддерживаю ее, а потому, что Бог пришел. Бог бодрствует. Поэтому апостол Павел говорит 2 Коринфянам 4:1. Ребята, имея такое служение Духа Новозаветное, не унываем. Читай. Все открываете 2 Коринфянам 4:1. Открыли Библию быстро. Все Библию быстро открыли. Все. Потому что думают, что я тут сочиняю. Открыли Библию. Кто открыл Библию, поднимите руку наверх. Кто открыл Библию? А теперь все встаньте. Все встаньте с открытой Библией. Все встаньте. Читайте это. Все встаньте. Все. Абсолютно все. Все. Никто не сидит на своем месте. Все встали. На раз, два, три. Все читаете вместе. 2 Коринфянам 4:1. Раз. Два. Три. Еще! Еще! Скажи, униние! Убирайся вон! Из моей жизни, из моей семьи, из моей церкви, из моего города, из моего общества. Здесь, новозаветное служение Духа по милости Божьей. Поэтому мы не унываем, потому что имеем будущее. Поднимите Библию. Библию поднимите, все. Опустите. У кого нет Библии в руках, поднимите руки, чтобы в следующий раз приходили с Библией. Все. Садитесь. Я вас всех люблю. Господь меня развеселил. Развеселил Господь меня. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. И восхищаюсь делами рук Твоих. Какое, Боже, делами рук Твоих. Как можно не восхищаться этим свидетельством? Как можно не радоваться? Как можно не получить надежду, веру и утешение? Как можно не освобождаться от уныния, если Бог совершает такое чудо в судьбе этой благословенной женщины, и она плачет в слезах. Спасибо, что вы меня не оставили. Спасибо, что вы были неотступны. Это как будто Бог говорит, продолжайте проповедовать Евангелие. Продолжайте служить людям. Продолжайте делать добро. Продолжайте спасать людей. Продолжайте исцелять. Продолжайте освобождать. Продолжайте творить добро. Продолжайте приносить благо с неба на эту землю. Я не помню кто, но кто-то в статусах выставил, и была такая фраза, что красота спасет этот мир. Оказывается, это слова Достоевского, и он не так сказал, кто-то украл. Достоевский сказал, красота образа Христова спасет этот мир. Поэтому дьявол ненавидит образ Божий, образ Христа. Поэтому атакует тех людей, которые являются носителями этого образа. Потому что красота образа Христова спасет этот мир. Поэтому дьявол ненавидит образ. Поэтому дьявол ненавидит тебя и меня. Потому что мы несем образ. Кто несет образ зверя, образ мира, образ Антихриста раздражается на тех, кто несет образ Христа. Если ты раздражаешься на Минирбаева, проверь, что за образ живет в тебе.
Ты скажешь, а что он тут про Минербаева, как будто Иисуса проповедует? Не-не-не, я не Иисуса проповедую. И не я Иисуса проповедую, а не Минербаева. Я говорю о том, что я в духе чувствую, как бунтуют некоторые, как он раздражает некоторых, его вера. Он похож на Иоанна Крестителя, непричесанный, непоглаженный, но имеющий дела веры, имеющий плод веры, раздражает. И Авигея раздражает, такая маленькая, хрупенькая. Я вижу, как, послушай, и я раздражаю. Я раздражаю, потому что я говорю о вере. Но сегодня вы меня полюбите. Не потому что я буду ласкать ваш слух. Нет. А потому что вы поймете, что ну, сегодня такая атмосфера, в общем. Псалом 91. Вы здесь? Вы чувствуете, что проповедь уже пошла, да? А? Давай 9 стих. Скажи, ты, Господи, высок вовеки. Еще. Он высок над всеми проблемами, над всеми обстоятельствами, над всеми болезнями, над всяким проклятием, над демонами, над адом. Он высок. Все остальное подчиняется Ему. Он выше. Иисус говорит, я от высших, а вы от нижних. Я сверху, а вы снизу. Поэтому вы будьте головой, а не хвостом. Поэтому вы будете над, а не под. Поэтому вы не будете брать долг, будете отдавать долг. Мы, конечно, вас не радует это, что вы будете отдавать долг. Не хотите, да? Не дай Бог. Дожите до такого уровня, чтобы отдавать долг кому-то. Я не отдам никому. Мне никто не помог. Я никому не помогу. Послушайте, отдавайте, сейте, 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 благословляйте. Имейте мышление праведника. Я буду благословением для соседа, для родственников, для деревни, для города, для страны. Я буду отдавать, я буду сеять. Эти деньги каждый день теряют свою ценность, терпят инфляцию, не храни их, сей, сей. Особенно, когда есть добрая почва. Десятый стих. Ибо вот враги твои, Господи, вот враги твои гибнут и рассыпаются все делающие беззаконие. Все враги Божьи гибнут. И все делающие беззаконие рассыпаются. Воздай славу Богу. Это пророческое слово, что все враги Божьи на этой земле, все враги Божьи в этом городе, они гибнут. И все делающие беззаконие, они рассыпаются во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Скажите, а мой рог? Еще раз. Ты возносишь, как рог единорога. Ибо я умощен свежим елеем. Ибо я умощен свежим елеем. Вы здесь церковь или нет? И око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Вы слышите или нет? Послушайте, когда ты умощен свежим елеем, ты можешь смотреть в глаза на всех врагов.
И не важно, когда умощен свежим елеем, что слышат твои уши от твоих врагов. Какие слухи, какие проекты, какие программы, какие стратегии, какие замысли со стороны вражеской армии, когда я умощен свежим елеем. Скажи, когда я умощен свежим елеем, все враги гибнут во имя Иисуса, и я не убегаю от врагов. Я смотрю в глаза врагам и могу наступать на всю вражью силу во имя Иисуса. Почему-то, когда дело касается хлеба, ты хочешь свежий хлеб, горячий хлеб, с пекарни хлеб. Идешь в магазин кашенкерри, в авоску, трогаешь по этим бумагам, где горячий, где хрустящий, где свежий, где вкусный. А когда дело касается до елея, до помазания, ты хочешь сегодня проехаться вчерашним елеем, елеем, который у тебя был год назад, 10 лет тому назад, свежий елей. Каждый день мне нужен свежий елей. Если я хочу каждый день свежего хлеба, свежая еда, горячая еда, то я каждый день должен получить от Бога свежий елей. Свежий елей. Я говорю, вчерашний елей не поможет тебе. Свежий елей не поможет тебе. Если ты двигаешься вчерашним елеем, ты как хлеб покрываешься чем? Плесенью. И поэтому ты такой... Может, хрустящий, сухой, в унынии, лежишь там в амбаре, меня никто не берет. Послушайте, братья и сестры, когда у тебя будет свежесть, ты будешь востребован Богом, ты будешь востребован Царством Божьим, и дьявол будет бояться тебя, и все враги будут убегать от тебя. Ты не будешь прятаться в подвалах. Ты не будешь прятаться на чердаках. Ты не будешь сидеть в своей комнате. Ты будешь выходить на арену именем Иисуса. Ты выйдешь на баррикады и будешь разрушать дела дьявола на этой земле. Библия говорит, для каждого дня хватает своей заботы. И на каждый день дьявол посылает новых бесов. Поэтому вчерашний елей не поможет тебе разобраться с этими новыми бесами. Вчерашний елей не поможет тебе с этими новыми проблемами, новыми вызовами встречаться и двигаться. Тебе каждый день нужен свежий елей. Тогда у тебя будет что? Веселье, радость, свежий елей. Тогда у тебя будет свежесть. Когда ты уставший, ходишь по пустыне или работаешь, у тебя пыльно, грязно, но ты приходишь домой, принимаешь душ, принимаешь ванну, пойдешь в баню, тем более, ты оттуда выходишь, как бы не был день такой, уставший, но оттуда выходишь свежий, оттуда выходишь легкий, потому что вода освежает твое тело. Если вода освежает твое тело, тем более свежий елей осветит твой дух, осветит твою душу, осветит твое тело, осветит тебя, и каждый день тебе легко славить Бога, вставать на утреннюю молитву и проповедовать Евангелие Царства на этой земле во имя Иисуса, и ты не устаешь. Легко славить Бога, легко дать аплодисменты, легко кричать «Аллилуйя!» Потому что я под влиянием свежего елея, под влиянием свежести, приходит свежесть с неба. Мои уста, мои глаза, мои уши, мои глаза. Я в этом стихе, когда Давид говорит, я умощен свежим елеем и смотрю на врагов моих, я вижу здесь два пункта. Речь идет не только о том, что я вижу, или о прозрении. Здесь речь идет еще о том, о различении. Потому что без свежего елея ты не различишь нового врага. Ты не можешь различить. Поэтому враг тебя взял под свой каблук.
и держит тебя под своей властью, под своим прессингом, под своим гнетом. Поэтому тяжело тебе в духе, тяжело тебе в церкви, тяжело тебе в жизни. Но как только ты попадаешь сюда и не попадаешь в атмосферу Святого Духа, и свежий лев приходит, а свежий лев приходит туда, где есть свежее откровение, где есть свежий человек Боги. Почему? Постоянное свежее помазание. Потому что есть контакт с Богом, есть откровение от Бога. На каждый день есть свежий хлеб, есть манна с неба. И это свежий елей приходит и не только освещает проповедника, но и тех, которые сидят в этом зале и переносятся на вас. Воздайте славу Богу. И говорит, слышу, вижу, слышу. Око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Ха-ха-ха-ха-ха. Послушай, не я тот злодей, который восстает на тебя. Это означает, у тебя нет свежего елея. Ты потерял это помазание, поэтому пастора воспринимаешь как за врага. Ты противишься всему то, что нет, он тот посланник от Бога, которого Бог послал к тебе с этим свежим откровением, свежим поклонением, свежей молитвой, свежим помазанием, чтобы освежить тебя во имя Иисуса. Я говорю, воскресись твой дух от всякой мертвечины именем Иисуса Христа. Чтобы твои кости развеселились во имя Иисуса. Чтобы твои кости утушнели во имя Иисуса. Чтобы рак костей засох, рак печени засох, рак легких засох, рак кишечника засох, рак крови засох, рак половых органов засох, рак почек засох, всякая опухоль, рак женских органов засох, опухоли засохли, засохли во имя Иисуса, именем Иисуса, из-за свежего елея кто-нибудь воздайте славу Богу за этот дух, за это помазание, за эту свежесть. Я вижу в духе, не только сегодня, я высвобождаю помазание свежий елей против этих раковых клеток. Я вижу, что некоторые судьбы будут атакованы через 5 лет, через 10 лет. Я именно сейчас иду в будущее этим свежим елеем и беру власть над этим демоном рака. И говорю, засохни! И говорю, засохни! Я говорю, засохни! Во имя Иисуса! Обходи братьев и сестер! Обходи братьев и сестер! Обходи, дьявол! Пошел вон! Дух смерти да обойдет твоих детей. Дух смерти да обойдет твой дом. Дух смерти да обойдет твой дом. Я говорю, дух смерти, именем Иисуса, прямо сейчас кто-нибудь кричите «Аллилуйя!» Славьте Господа! Все враги, которые поставлены Господом, они больше не вернутся к тебе. Рецидива не будет, кричи! Скажи, я умощен свежим елеем. Только свежий елей поможет тебе вырваться из стагнации, из застоя, из своей больничной койки. Свежий елей, кричи!
свежее помазание, свежая слава, свежий огонь, свежие молитвы, свежие проповеди, свежее поклонение, свежее служение, свежие ячейки, это свежие служители, кто-нибудь! Я вижу врагов. Мое око смотрит на врагов. Мои уши слышат о восстающих злодеях, которые говорят против меня. И я поэтому заранее, заблаговременно, я абортирую все планы дьявола, все планы вражеской армии. Какие бы проекты ни были, мы это делали 20 лет назад. И продолжаем. И Бог начал разрушать. Помните, нет? Коварный план злобного мирового Амана. Помните, нет? Коварный план мирового злобного Амана. Помните, нет? Это было высвобождено здесь. И Бог делает это. Ты не останешься в застое. Я говорю, ты не останешься в своем вчерашнем дне. Ты не останешься в своей религии. Ты не останешься в своем противлении. Ты не останешься в своем непослушании. Ты не останешься в своем бунте. Ты не останешься в своей гордости. Ты не останешься в своем проклятии. Ты не останешься в своем бесплодии. Ты не останешься в своих болезнях. Я говорю, ты не останешься. Свежий лей! Готовься! Готовься! Куда маку самаха? Свежие иные языки. Я говорю, свежие иные языки. Свежие песни, свежая музыка, новая песня, новая музыка, новая вера, новая молитва. Я говорю, свежесть! Когда есть свежий елей, это означает, есть контакт. Это означает, поэтому я могу смотреть, око мое смотрит на моих врагов. У меня есть смелость, у меня есть мужество смотреть и не вернуться. Поэтому на каждый день новые враги, новые задачи, новые проблемы. Вчерашним елеем ты не решишь сегодняшние проблемы. Вчерашним откровением ты не победишь новые обстоятельства. Свежий елей приходит на свежее откровение, на свежие взаимоотношения во имя Иисуса. Поэтому я в поисках Бога. Каждый день. Я говорю, каждый день. Бог знает, что будет. Кто придет. Поэтому Христос молился каждый день. Поэтому Христос молился каждое утро. Иногда по ночам молился. Иногда всю ночь молился. Потому что только Бог знал, с чем он встретится на следующий день. С какими бесами, с какими одержимыми, с какими болезнями. С каким демоном смерти, сколько раз хотели его сбрасывать с горы, какие были проблемы, но он был умощен свежим елеем. Он видел, он был свежий, и когда елей был на нем свежий, враги не могли его уловить, потому что он был очень скользкий. Когда ты помазан елеем, никакой враг тебя не словит. Щупальцы, они не могут проникнуть в твое тело, в твою душу, в твой дух, во имя Иисуса Христа. Вы здесь или нет? Они замучаются ловить тебя. Свежий елей. Знаешь, многие ничего не сделали, уже уставшие, потому что нет свежего елея. Уставшие, нет сил кричать «Амен»,
Нет сил кричать. О, Боже. Минитбай вышел, выпендривается, пастору подражает, кричит, руки поднимает, улыбается. Давай прославление, давай. Правильно делает, потому что попал в это облако. Он знает, что означает попасть в присутствие этого елея. И когда это приходит, то же самое будет происходить с тобою. Поэтому лучше выходи из места осуждения, места смирения. Увидишь этот же елей в своей жизни. Из места осуждения войди в место послушания. Увидишь елей свежести. Типа, я тоже на сцене такой, а я внизу по-другому. Да нет, когда с Богом все в порядке, как говорится, внизу, в машине, за столом, утром, в бане. Сколько раз мы в бане молились? Сколько раз помазание приходило? Сколько раз абортировало демонов? В бане! Как можно в бане молиться? Когда ты имеешь контакт с Богом, везде можно молиться. Во имя Иисуса Христа. И легко кричать. Знаешь, когда дряхли физически, пришел в спортзал, или тебя на ринг кинули, а этот, как Майк Тайсон, как Холлифилд, а еще кто-то выходит такой натренированный, и просто, естественно, тренировать тебя в чучело, ты вышел. И он и так, и сяк, даже только думаешь, уход идет. Он уже 3 раза ударил. Вы слышите или нет? Так и в духе. Кричите «Амен». Значит, кричите «Амен». Сейчас. Громко. Когда вы это делаете, это крик веры. Это «Да». Дьявол уходит. Дьявол терпит поражение. Делай усилия. Я, конечно, хочу идти дальше, но у меня такое чувство, что Дух Святой пока меня останавливает на этом. Псалом 64:12 говорит, «Стезя Господня источает елей». Скажите. Еще раз. Итак, кто хочет иметь свежий елей, тот должен ходить путями Господними. Ты не можешь ходить своими путями, человеческими путями, своими рассуждениями. Послушай, места, где мир поклоняется дьяволу, где мир поклоняется тебе, и иметь свежий елей. Ты не можешь это иметь. Я имею свежий елей, когда хожу путями Господними. Потому что Иоанна 4:26, 14 глава, 6 стих говорит, «Я есть путь, я есть истина, я есть жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». Эй-ха! 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 Даже вот эй-ха! Без свежего елея невозможно говорить из духа. Из духа, без свежего елея. Любой маленький демон Изавели законтролирует любой дух и раздавит тебя к полу. И ты будешь как щенок перед демоном Изавели. И будешь хвостом вилять. Поэтому, послушайте, я хочу кое-что вам дать. Кое-что. Скажи, пути Господни. А теперь скажи такую фразу. Нельзя быть страстным и при этом уставшим и расстроенным. Почему христиане уставшие всю жизнь? Послушай, вы знаете, что такое страсть? А? Только один честно признался. И то, наверное, с опытом. Значит, за 60 лет только могут понять, что такое страсть. Послушайте, братья и сестры, когда есть страсть, ты не такой религиозный, как сейчас.
Ты вот смотришь, человек вот сидит вот в зале, в машине, в кафе, в магазине. Думаешь, все умиротворенно, тихо, спокойно, да? А как только страсть, я имею в виду пока о физической страсти, о страсти между мужем и женой, начинается страсть, там спокойная жизнь заканчивается. Там никакой усталости нет, никакой расстроенности нету. Здесь или нет? Страсть по Богу. Страсть по Христу никогда тебя не оставит в таком уставшем состоянии. Погасшем состоянии никогда. Когда у тебя страсть по Христу, у тебя есть энергия, у тебя есть сила, у тебя есть свежесть во имя Иисуса. Страстный огонь, огонь Божий в моем сердце. Человек потерял страсть. Значит, что-то погасил эту страсть. Кто-то погасил твою страсть по Богу. По молитвам, по служениям. Глаза твои больше не горят, когда говоришь «Иисус». Когда говорим «деньги», глаза горят. Когда говорим «зеленая капуста», глаза горят. Когда говорим «мне надо и АЕ, УЕ», на УЕ больше радуешься, чем на АЕ. А Е это витамины. У Е это доллар. Когда один брат в бане говорит, что у тебя настроение, то брат, что ты в депрессии? Какое настроение, когда курс доллара падает? Мое настроение, говорит, зависит от доллара. От кого зависит твое настроение? От присутствия? Это правильный ответ. А на самом деле? Если бы ты мне подарил бы кошелек с деньгами, глаза точно загорелись бы. Я могу подарить тебе. Но как только твои деньги закончатся, опять погаснет все. Поэтому скажи, Господь, дай мне свежесть, чтобы я кого-то освежил. Господь, дай мне огня, чтобы я кого-то растопил. Зажег во имя Иисуса, чтобы я зажег все потухшие свечи, потухшие духи, голоса во имя Иисуса. Вы здесь, церковь, или нет? Дай мне веры, чтобы я кому-то мог вдохновить. Дай мне славы, чтобы кого-то я мог освободить. Дай мне мудрости, чтобы кому-то я мог наставлять. Увеличивай мою веру, усиливай свое помазание, увеличивай свою веру. Господь, увеличивай во имя Иисуса. Наполни меня своей красотой, своей мудростью, своим огнем, своей силою, своей крепостью, чтобы я стоял твердо перед тобою во имя Иисуса. Вообще, мы не должны допускать сюда на сцену потухшие глаза, потухшие сердца. Кого они могут зажечь? Человек зажженный пришел в церковь более-менее, выйдет на эту потухшую публику. Хоть они на сцене, о чем они поют, а это неправда. Потому что они в это не верят. Глаза не горят, они не двигаются. Иисус Господь. Иисус Господь всех народов. И так же идешь, евангелизируешь. Пойдем к Богу. Пойдем в церковь. Ты не так должен говорить. У тебя глаза Иисус. Говори, Иисус. Все, Иисус. Все, Иисус. Они говорят, Иисус. Человек говорит так, Иисус говорит, есть, нету, спасает, не спасает, исцеляет, не исцеляет, освежает, не освежает. Послушай, может, ты потерял эту свежесть давно, когда-то горел, а сейчас перегорел. А терновый куст продолжает гореть и не сгорает уже 30 лет. Славьте Господа! Аллилуйя!
Вы слышите? Вы слышите? А? А? Чё толку? У тебя есть машина, а бензина нет. Чё толку? У тебя есть машина, а масла нет. Нету. Попробуй двигаться без масла. Попробуй двигаться без бензина. Чё толку? Нет. Никакой толку. Нету. От твоих знаний, от твоих стихов. 100 книг прочитал, 8 библейских школ закончил. Родни Брауна смотрел, Пенни Хина смотрел, Рода Парсли смотрел, Пенки смотрел. Еще кого смотрим? Я его смотрел. Хожу прямо вот. Не Пенни Хин, я там двигаюсь вместо Пенни Хина. Все это не имеет, все твои знания не имеет никакого значения, если горючее закончилось. Если нет топлива, если нет любви, если нет огня, если нет Бога, здесь грош цены твоей веры, твоего христианства, если перестал двигаться. Мертвое море, там нет жизни. Мертвечина никого не спасет. Тухлая рыба, вонючая, никого не привлекает. Поэтому лучше убери рыбку из машины, ходи в огне Святого Духа. Уже этот знак на машине воняет. Заржавела эта рыба уже с этой машиной вместе. А я христианин, я проповедую Евангелие. Что еще говорится о Христе? Люди и так видят, христианин за рулем, потому что рыбка на машине. А может, ты у какого-то верующего купил? Мне это нравится. Мне однозначно нравится. Повторите, пожалуйста. Мне нравятся такие звуки в зале, потому что мы не на кладбище и не в морге. Есть живая реакция. Даже если кто-то под себя пойдет из-за страха, ничего страшного. А то, послушай, с каким фейсом пришли, с таким ушли. Какой походкой пришел, с таким ушел. Это ненормально. Это ненормально, что тебе ни холодно, ни жарко. Ни больно, и нет утешения. И ни печально, и ни весело. Всегда одинаково. Привет, истукан. Привет, памятник. Наш Бог живой. И когда Он задевает какие-то нервы, пью! Иди к зубному врачу. Садись религиозно. Попробуй садись на этом кресле религиозно. С одним фейсом. Фарисея. Даже один уколчик уже приближается. Ты уже напрягаешься. Я себе говорю. 3 укола со всех сторон, хотя должен быть один. Но, слава Богу, мои меня знают, они знают и оттуда, чтобы пастору не было больно. И потом они задевают нервы. Хорошо, что они что-то засовывают в рот. Ты не закроешь рот. Не раздавишь никак. Понимаешь? Но они задевают. И потом все, уколчик взял вверх. И потом начинает все дыметь. Запах резины. Во рту. Горит все. Я понимаю, кто-то собирался к зубному, больше не пойдет после этого рассказа. Вы слышите? Да ты там, ты идешь, то у тебя страх в глазах. И потом, когда говорит, прием отменили, радуешься. Пришел как на смерть, понимаешь?
На смерть пришел. На убой. Прием отменили. О. И когда тебя одевает операционное платье, потом забинтовывают руки, медсестры худенькие, маленькие, и они тебя готовят на жертвенник. Ты там уже в этой палате не такой с микрофоном. Я не вспоминаю микрофон в руках. Медсестра, во имя Иисуса. Вы слышите? Ты просто подчиняешься. И у тебя сосредоточенность на Христа. Там другое настроение. Там другие размышления. Там просто даже не молишься, не кричишь, духовную брань не берешь. И говоришь, Господи, все отдаю в Твои руки. Да, другого варианта нет. Варианта нет. И себя, и семью, и церковь, и детей. Да будет воля. А чья воля еще? Поэтому хватит хорохориться, братья. Давайте бегать за свежим елеем. Читайте Библию по-новому. Просите первой любви у Бога. Верни первую любовь. Вы видели влюбленных людей? Как они влюблены, как они, слушай, смотрят друг на друга, какие они счастливые. Когда люди потухшие приходят ко мне, говорят, пастор, можешь благословить наши отношения? Я вот смотрю в глаза. Когда я задаю вопрос, любишь, это означает, я в глазах увидел, нет любви. Вот такими потухшими глазами, да, люблю. А ты, сестра, тоже. А когда любит, видно, да? Нет? Не хочу примеры приводить, чтобы никто себя неловко не чувствовал. Типа мы уже в возрасте, уже столько лет вместе, поэтому у нас потух немножко. Послушайте. Что потух? Кто потух? А? Люди должны видеть ваши влюбленные глаза, когда вы собираетесь на служение. Твои родственники, твои близкие. Как вы одеваетесь, как вы счастливы, какие вы веселые. Пастор, трудного просишь? Мы еле-еле себя затащили сюда. Скажи, Господь, добавь огонька. Послушайте, это страшно, когда христиане 10 лет, 20 лет и до сих пор ходят и говорят, огонька не найдется. Не, я не об этом. Это ваше развращенное мышление. Типа, возложи руки, огонь сойдет на меня. Надо сказать, не огонька не найдется, надо добавь, умножь. Понимаешь, да? Я не имел в виду сигарету, огонька не найдется, понимаете, да? Хотя я не курил никогда, у меня не получалось. Как ты можешь вдохновлять кого-то, если ты не вдохновлен? А? Как ты можешь оживить кого-то, если сам не живой? Как ты можешь спасать, если сам не уверен, что ты спасен? Как ты можешь зажигать кого-то, если у тебя нет огонька? А? Пастор, сегодня у меня такой сезон. Да у меня тоже сезон. Мы все с чем-то боремся, все. Вот именно в этих битвах и нужен свежий елей. Именно в этих битвах вырабатывается свежий елей. Ты не одинок в своем борении. Аминь. Поэтому скажи, Бог, укрепи ослабевшие руки, если они мои. А если мои укрепленные,
укрепить чужие. Аминь. Ну-ка, посмотри глаза ближнему своему. Горят там огоньки или нет? Послушайте, братья и сестры, мы встаем заново. Мы здесь, потому что у Бога есть план, у Бога есть цель для каждого из вас. Это сюда. Скажи, я здесь, чтобы наполниться силой, чтобы идти во вражеский стан, лагерь, и вернусь то, что он у меня забрал. Аминь. А что собрал? Самое главное, что он забрал? Эти живые отношения с Богом. Эту свежесть собрал. Радость собрал. Веру забрал. Энергию, посвящение, ревность. Людей, близких, родных забрал. Вернуть. Давид там борется против филистимлян. Пошел с той стороны. Филистимляне опять восстали. Давид пошел, помолился. Он и сказал, да я уже их победил. Господи, пойди. Он говорит, иди, только состань тут в их деревьях, и так только услышь шум тут в их деревьях. Послушай, потом приходит Сикелак, там всех жен, всех детей забрали. Он пошел опять куда? В тайную комнату. Опять молился, опять свеже спросил. И получал слово от Бога. Ну что, мне догнать? Догони. Отнимешь, вернешь, догонишь. Отнимешь, вернешь, догонишь, отнимешь, вернешь во имя Иисуса. Догонишь, отнимешь, вернешь. Поэтому пусть наши чаши наполнится до края тобою, крепостью, любовью, любовью. Понимаешь, как? Я, у меня голоса нет. Но я когда пою, любовью и силой наполни жизнь мою. Почему? Потому что здесь есть любовь. Когда я говорю, мне хорошо в доме твоем, мне хорошо. Поэтому я пою, и Бог приходит. Он говорит, он поет, верно поет. Он поет, ему здесь хорошо, это его дом, не просто мой дом. Я пришел в твой дом. Я не пришел в твой дом, я пришел в наш дом. Я его сын. Это равносильно, мои дети приходят, папа, я пришел к тебе домой. Когда мои дети так говорят, я говорю, это ваш дом. Когда внуки говорят, дед, мы пришли к тебе домой. Я говорю, не, это ваш дом. Точно наш дом? Я говорю, да. Радуется. Конечно, ваш дом. Вы правильно пусть радуются. Вчера с Эваном ездим в школу. Не в школу, а куда ехали? А, за этими салфетками ездили. Мимо школы проезжаем. Эван говорит, скоро я в школу. Такой радостный. Мы говорим, да, Иван, скоро в школу. Он, я чувствую, что у меня будет много двоек. Я говорю, во стратега. А Арн говорит, послушай, не надо чувствовать, тебе надо просто учиться, чтобы двоек не было, понял? Да, а он уже заранее прогнозирует, понимаешь, да? Типа двойку получили, я же вам говорил, я чувствовал. Понимаете, это чисто христианская религия. Это мы. Не надо чувствовать, а надо востребовать свежий елей.
Что-то вот, вот пророки задним числом я чувствовал, я, мне что-то предсказывало. Но надо было говорить. Но я не хотел это озвучить. А что не хотел? Что ты оставляешь место для маневров? А? Чтобы куда можно было оправдаться, уклоняться. Ну, если пророк, пророк. Если не пророк, тогда нечего чувствовать. Не слышу вас. Вы здесь еще? А? Скажи, любовью и силой и крепостью и энергией и воодушевлением наполни жизнь мою, а то некогда привыкли, чтобы жены пели. Ты тоже пой. Ты жена на то, и чтобы петь, кушать варить, а я на то, чтобы телек смотреть. А? Послушайте, братья. А? Ты, есть что-то в твоей жизни, что ты делаешь с удовольствием? Да, бабки считаю. Это я делаю с большим удовольствием. Все, что мне приносит удовольствие, это считать деньги, притом много. Не сотки, а пятитысячные, да? Послушай, есть что-то, что с удовольствием делаешь? А? Послушай, если мы любим Христа, любим Бога, любим людей, мы должны с удовольствием поклоняться, с удовольствием служить людям, с удовольствием проповедовать. Это как будто тебя, как этих быка на убой. Иди. Нет. Иди вперед, слава. А девочка сказала, кто хочет славить Бога, иди вперед. 6 человек вышел. Остальные, что вы так? На месте исправили свои ошибки. Даже если вы исправили, идите здесь. Здесь лучше. Я побежал бы, но я и так был впереди. Я поднимусь на сцену, и так мне позволено. Но если бы ты поднялся бы на сцену и славил бы тебя никто, но, естественно, культурно славил Бога. У нас было некультурно, когда поднимались там. Платье поднимали, юбки поднимали, еще что поднимали. Все показывали, все на свете. Мы таких спускались со сцены. Но если ты будешь славить, как Давид, с удовольствием поклоняемся. С удовольствием бегу я в церковь, я еду с гордостью на машине. Ты понимаешь, все кто куда, а я в церковь. На перекрестке остановил. Вы куда? Я в церковь. А вы куда? Не знаем. А мы в церковь. Пойдем помолимся вместе. Послушайте, вот так. Здесь или нет? А когда ты сам как кролик ездишь в трясучке, лишь бы соседи не заметили, что я в церковь. Родственники узнают, что я в церковь. Еще узнают, что я в новое поколение. Это вообще хана. Это чума. Холера. Связаться с дарбинянами, это все. Послушай, армяне шарахаются. И чего? И чушь шарахаются. Послушай, я люблю Иисуса. И я это делаю с удовольствием. Ну, еще несколько мест. Можно, да? Ничего? Нормально? Я же сказал, вы меня сегодня полюбите. Я сам сегодня себе нравлюсь. Книга Иова. Та глава, которая была написана прежде, чем первая. Помните? Какая? Правильно. 29 глава. Да, дети мои, это правда. 29 глава была раньше, чем первая. Внимательно читайте, вы поймете, что это так.
Я просто всего лишь один стих прочту отсюда. Шестой стих. «Когда пути мои обливались молоком, скала источала для меня ручьи елея». Когда пути мои обливались молоком, как слово твое, светильник ноге моей. Когда я хожу по Слову Божьему, по откровениям, то тогда скала для меня, скала — это Иисус Христос, источает для меня ручьи елея. Я не просто буду капельки елея, пустыня, засуха, а ручьи елея на мою голову, это будет течь. И знаете, братья и сестры, что я вам скажу? Вы слышите? Посмотрите на меня. Все, абсолютно все. Смотрите на меня, не пишите пока ничего. Потом, когда есть помазание, когда есть ручьи елея, это все в твоей жизни активизирует то, что дьявол там захоронил. Твой дар, твое предназначение, слава Божья, сила, мудрость, обеспечение, все. Это все делает помазание. Воздайте славу Богу. Притчи, 3 глава. Девятый, десятый стих. «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Новым вином. Новым вином. Свежее вино, свежий елей. Когда всякий раз, когда приходишь на это место с глубоким почтением и приносишь ему все начатки от всех прибытков и Богу даешь первенство во всем, во времени, в энергии, в расписании, даровании, финансах, то обязательно Бог освежит тебя. Житницы твои будут наполнены. Не будет никакого недостатка. И не будет скудости. Будет избыток во всем до избытка. И будут переливаться новым вином точила твои. Откровения, отношения. Это так сильно. Послушайте. Я хочу вам открыть Бытие. Почему важно отдавать Богу первенство во всем. Почему важно чтить. Утро проснулся, отдай Богу. Отдай Богу. Отдай Богу. Читай Библию, молись. Отдай Богу. В первую очередь, встал. Я что, никому ничего не отдал, себе не отдал, работодателю не отдал, ничего не отдал никому. Богу отдай все, энергию, время, посвящение, внимание, любовь, отдай Богу. В туалет идешь, поклоняйся, посуду моешь, поклоняйся, полы моешь, поклоняйся, на машине едешь, пой, пой, все есть. В мобильнике все есть. Умен ты в мобильнике. Включай поклонение. Поклоняйся. Строй жертвенники. Мы строим жертвенники. Мы строим жертвенники. Почему мы строим жертвенники? Почему мы все эти годы строим жертвенники? С Мадабука строили жертвенники. На конференциях строим жертвенники. На утренних молитвах строим жертвенники. Почему? Потому что мы любим Бога. Потому что мы хотим восстанавливать потерянный контакт с Богом. Жертвенник помогает восстанавливать потерянный контакт с Богом.
вернуть потерянную связь с Богом, вернуть потерянные отношения с Ним. Бог. Жертвенник – это то место, куда приходит Бог. Жертвенник – это то место, что привлекает присутствие Бога. И не важно, через что ты проходишь, что происходит с тобою. И не важно, если ты это делаешь, Бог будет приходить и всякий раз будет вести тебя, поправлять, назидать, обличать, корректировать, поднимать. Даже если ты ползешь, Он будет с тобою. И Бытие, 8 глава. Двадцатый, 22 и 9 глава, 1 и 2. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники. И обонял Господь, смотрите, как Богу нравится жертвенник. И обонял Господь, Бог обоняет и твою жертву. Если эта жертва, понимаете, угодна Богу, Он высвобождает благоухание свое. И обонял Господь приятное благоухание и сказал Господь сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человека, человеческого, зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Вышло слово, пришла милость, Бог посетил, Бог отреагировал на жертву. Вы слышите или нет? Свежесть, свежее откровение. Хотя Ной был спасен, но ему нужна была новая слава, новая навигация, новый маршрут, новое направление, как дальше двигаться. Никого нет. Человечества нет, сельского хозяйства нет, жизни нет, все, что есть в ковчеге. А как жить после потопа? Что делать дальше? Нужен Бог. Без Бога никак. Поэтому в любых условиях можно выжить с Богом и двигаться с Богом, если ты приготовишь жертвенник для Него. И дальше говорит, впредь во все дни земли сеяни, жатвы, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратится. И дальше. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. И дальше. Да страшатся и да трепещут вас все звери земные и все птицы небесные. Все, что движется на земле, и все рыбы морские, ваши руки отданы. Но, смотрите, смотрите. Будьте внимательны. В первой же главе Бытия, когда Бог благословил Адама с Евой, в 28 стихе написано, «И благословил их Бог и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Вот, вот это он дублировал в судьбе Ноя. Но дальше Бог по-другому сказал. Не сказал так, сказал, как сказал Адаму. Обладайте и владычествуйте над рыбами морскими. В 9 главе этого Бог не говорил Ною. Он не сказал Ною, обладайте и владычествуйте. Он сказал, что они, да, боятся вас, звери. Это и есть потеря позиции. Как только у тебя есть потеря позиции, ты теряешь свежесть. Ты теряешь помазание. Все, что Бог мог вернуть в первоначальное положение, Он мог делать только через Иисуса. Только через Иисуса Он мог вернуть эту прежнюю позицию человека на земле. Обладать и владычествовать. Поэтому только Иисус есть путь. Только Иисус есть жизнь. Только Иисус есть истина. И на Его путях
есть елей. И когда ты будешь идти его путями, и пути твои будут обливаться молоком, Иисус источает ручьи елея для тебя. Без елея дьявол тебя уничтожит. Без елея проклятие тебя уничтожит. Без елея любая чума тебя уничтожит. Без елея. Сегодня Церковь Христа должна востребовать елей. Каждый христианин должен востребовать елей. Каждый должен вырабатывать елей. Потому что то, что вы получаете в церкви, это хорошо. Но есть те войны, та битва, которую ты ведешь на своем личном уровне, на уровне семейном. И там тебе нужен елей. Там нужен елей, чтобы принести своим детям, своим внукам свой дом, свое родство, свою деревню. Поэтому, братья и сестры, то, что Библия говорит о жертвеннике, как о поклонении, Авраам, куда ни ходил, жертвенники ставил. Давид, куда ни ходил, жертвенники ставил. Сегодня мы говорим о Гедеоне, который сидел пшеницу, выколачивал в пещере. Что его вытащило из пещеры? Что вытащит тебя из твоего вот этого падшего, депрессивного, нищего состояния? Жертвенник. Гедеон приготовил жертвенник. И ангел принял этот жертвенник. Все начинается с жертвенника. Когда мы восстанавливаем жертвенник, и этот жертвенник угоден Богу, потому что он обонял жертвенник Ноя, и он обоняет и твой жертвенник, и твою жертву, и твои десятины, и твою жизнь. Твоя жизнь. Тогда написано, и было приятное благоухание, и он высвободит слово, конец проклятию. Конец нищете, конец бесплодию, конец безумию в твоей жизни. Сегодня многие открыто безумствуют, но не могут остановить свое безумие. Открыто понимают, что они обслуживают бесов и демонов, но не могут вырвать из когтей бесов и демонов, потому что они идут в угоду фарисейского духа, религиозного духа. Стали на путь отступничества, ничего не могут. Все начинается. Первый, кто после грехопадения принес жертву, это Каин и Авель. Это была попытка восстановить связь с Богом. Потом Ной, апостол Павел, все. А мы игнорируем жертвенник. Только десятину отдаем, и то со скрипом. И отстаньте от нас. Жертвенник. Если благодарим Богу, что Бог дает вот эти возможности приготовить жертвенник на конференциях, приготовить жертвенники, чтобы пришел Он, Его присутствие, и направил церковь, направил город, направил область, направил страну. Благодаря этим всем жертвенникам мы видим плоды Божьего посещения, плоды Божьего присутствия, плоды Божьего прикосновения. Поэтому восстанови связь с Богом. И не теряй эту связь с Богом. И будешь умощен свежим елеем. Это означает, что первое – свежее откровение, второе – пути Господни, третье – жертвенник. Жертвенник! Вот что начинает поправлять наш светильник. Положи на алтарь свою жизнь, свою душу, свое тело на жертвенник Богу, и ты увидишь, как все твоя жизнь меняется, как Бог все двигает. Великие дела твои, Господи. Великие дела твои начнут совершаться в моей жизни, в моих детях, в церкви, в городе, в стране. Тем более мы живем очень ответственное время для нашей страны. Если церковь сегодня духовно не будет этой опорой духовной для государства, государство не выдержит демоническое давление, давление колдунов,
экстрасенсов, бесовское, демоническое давление, нашествие, беззаконие, безнравственности, извращение на нашу землю, гомосексуализм, гендерная революция, зоофилия, зоофилия, скотоложество, каннибализм. Это все рванет сюда, с Европы. Поэтому мы должны отсюда направить в Европу Христа, нравственность и мораль. Не защищаться, а нападать туда, идти в Европу и нести настоящего Бога, настоящего Христа. Поэтому церковь Христа, она должна приготовить большой жертвенник. Пасторы, приготовьте жертвенник и приносите большие жертвы на этот жертвенник. И это шанс, это милость Божья. Это милость Божья. По милости Божьей, апостол Павел говорит, мы прочитали, имеем такое служение, не унываем. По милости Божьей Бог дал нам такую возможность приготовить жертвенник, что-то изменить. Послушайте, Ной принес жертву. Никого не было на земле. Но эта жертва определила судьбу всего человечества. Бог сказал, на основании этого жертвенника, я больше не поражу человечество проклятием, не уничтожу. Поэтому мы живы благодаря жертве Ноя. Тем более благодаря жертве Христа. А если ты готовишь благодаря своей вере, праведник своей верой жив будет, да? Праведник верою жив будет. Готовишь жертву. А здесь постоянное присутствие. Постоянное посещение. Восстанавливается связь не только с тобой, и кто попадает сюда, с Богом. Вот. И дает направление стране. Не будет проклятия. Остановится смерть. Остановится кровопролитие. Это Бог совершает. Бесы по-другому не отступят. Поэтому церковь должна исполнить свое предназначение. И все эти откровения, которые вы слышите, это Бог дает нам. Поэтому я не могу ходить со сверхъестественным Богом и быть уставшим, и быть несвежим, и быть расстроенным, и быть в религиозной системе. Я благодарен Богу за это слово, за это откровение, за это служение. Я благодарен Богу. Поэтому, братья и сестры, мы приглашаем 21 человек. 21, никогда. Самое большее у нас было 14, по-моему, в 16 году. Все. А сейчас 21, 22. Это жертвенник. Это конференция через месяц. И я уповаю на Бога, на Его Слово, как Илия приготовил жертвенник по Слову Господню, чтобы засуха прекратилась над страною. Я хочу, чтобы засуха прекратилась над российской землей. Я хочу, чтобы сердца, которые высохли, засохли, от отсутствия присутствия, чтобы эти сердца переполнены были славой Божьей и Духом Святым. Поэтому мы готовим жертвенник. Поэтому мы приносим жертву. Поэтому мы соглашаемся, чтобы Россия, не я, не ты, а Россия, не я, не ты, а Благовещенск, не я, не ты, а Амурская земля увидела славу Господню. Приготовьте путь Богу. Я никто. Я всего лишь голос вопиющего в пустыне. Меня нет. Меня нет. Просто Богу нужен человек, чтобы вам донести физически до вас ваши уши. Чтобы вы пропустили через ум это все свое сердце. Родилась вера в
Бога, Его чудеса, Его посещения, что у Него есть суверенная воля. Все, Он Всевышний, Он вездесущий, Он всемогущий. Он может изменить курс страны. Он может принести благословение в страну. Он может принести благословение в область. Люди это не могут делать, политики это не могут делать, никто это не может делать, кроме Христа. Каждый на своем месте, экономисты на своем, врачи на своем, учителя на своем, политики на своем, олигархи на своем. Но то, что может делать Бог, никто не может делать. Он поднимет стихийные бедствия, никакая армия не справится. Он пошлет столько снега, никакая армия не справится. Он пошлет огня, никакая армия не справится. Он пошлет ливень, никакая армия не справится. Никто! Поэтому нам нужен этот Бог, чтобы Он пришел в Россию и благословил. А мы, церковь, должны быть всегда свежие, страстные, любвеобильные, полны добрых дел, проповедуя Евангелие, показывая людям образ Христа. Воздайте славу Ему! Возьмите семена, возьмите свои начатки, и чтите Бога. Приходите в церковь с почтением. Относитесь к церкви, к храму с почтением. Почитайте каждого брата, каждую сестру. Почитайте взрослых, старцев. Почитайте родителей, почитайте это место, почитайте присутствие Божие, почитайте жертвенник, почитайте Слово Господне, почитайте, царя чтите, Бога бойтесь, братство любите, почитайте, верните, чтите. Пусть ваша жизнь, как жертва, выразит настоящее почтение, а не чтобы обесчестить своими жертвами все, что мне негоже, на тебе, Боже. Молодой человек, посвяти и чти свою молодую юношескую жизнь. Не надо еще ходить, стоять. Посвятите свою юношескую жизнь, чтите Богу. Не надо ждать, что когда вам исполнится 80 лет, тогда начнете служить Богу. Понимаешь? Ладно, когда 80 лет каются, только тогда начинаете служить. Это другой вопрос. Но когда сознательно повзрослею, карьеру строю, замуж выйду, поженюсь, деньги заработаю, состоюсь, тогда начну служить. Нет, сейчас. Сейчас положи свою жизнь на алтарь Богу. И пусть Бог благословит и даст новое направление в твоей жизни. Пожалуйста, теперь можно проводить жертвенники, чтобы народ Божий на алтарь положил начатки, чтобы мы приготовили большой жертвенник во славу Господа. Мы хотим, чтобы Он посетил нашу землю, чтобы восстановился контакт между Россией и небом, между российской землею и небесами, чтобы российская земля примирилась с небом, чтобы российский народ примирился с Богом, со Христом, чтобы все, живущие на этой земле, познали Христа. Из-за Его славы, из-за Его посещения, из-за Его благодати, из-за Его любви, из-за Его милости, из-за Его праведности, из-за Его верности, из-за Его слова, из-за Его жертвы, из-за Его крови, из-за Его креста. Есть миллион причин на основании Слова Божьего, чтобы Бог посетил это место, чтобы Бог посетил твой дом, твой город, твою церковь, твою жизнь, твою судьбу. И нашу страну миллион. Поэтому давайте выбросим из наших голов всякую дурость, всякие амбиции во имя Иисуса Христа и войдем в глубокое смирение, послушание в служение нашему Господу Иисусу Христу. Библия, она не просто вернейшая книга, она
жизненная книга. Она сверхъестественная книга. Она судьбоносная книга. И это книга откровения, а не книга философских размышлений или каких-то знаний. Нам нужны эти живые отношения с живым Богом. Тогда ты будешь всегда свежий, тогда Он развеселит тебя, возвеселит тебя, и тогда ты увидишь великие дела, и тогда око твое будет смотреть на всех врагов твоих, во имя Иисуса ты их различишь, разоблачишь и не смешишь, потому что свежим елеем ты умощен, свежим елеем ты умощен, умощен ты свежим елеем, и мы еще приносим жертву. Друзья, 1 сентября мы будем благословлять наших детей, будем благословлять учебный год, потому что мы живем небезопасное время, мы живем нестабильное время, и враг не дремлет, ни духовный, ни физический, враг не дремлет. Но нам нужна, если Господь не охранит города, напрасно стоит стража. Поэтому, чтобы Бог охранил наши города, наши школы, наши учебные заведения, чтобы Бог охранял наши границы, наши страны, и чтобы, как мы говорили в среду, чтобы Бог вышвырнул всех иноплеменников из нашей земли, и чтобы в конце-то концов пришло Царство Божие на эту землю. Я хочу, чтобы вы сидя прострели руки и благословили, чтобы жертвенники уточнели, чтобы жертвенники уточнели, потому что мы хотим видеть великую славу Господню. Мы хотим видеть посещение. Мы хотим увидеть восстановленные контакты с Богом, с небом каждого брата, каждой сестры, каждого служителя, каждого пастора, каждого попечителя, каждого левита, каждого руководителя, каждого лидера. Во имя Иисуса восстановленные связи, взаимоотношения. Во имя Иисуса, чтобы Амурская земля примирилась с Богом. Российская земля примирилась с Богом. Во имя Иисуса Христа, Господи, благослови эти семена, благослови эти десятины. Да откроются небеса, да будет хлеб во имя Иисуса, да будет пища во имя Иисуса, да будет Твоя благодать во имя Иисуса. Благослови народ свой, благослови каждого, пусть каждый наполняется Твоей силою. Каждый наполняется Твоей крепостью, каждый наполняется Твоей любовью, каждый наполняется Твоим огнем, Твоей страстью, каждый наполняется Твоим свежим елеем во имя Иисуса. Свежие отношения, свежий елей, свежие откровения, свежий елей, свежие отношения, свежие пути, новые жертвенники, новые направления, новые судьбы, новые призвания, новые служители во имя Иисуса Христа, новые спасенные люди, новые спасенные деревни, новые спасенные города во имя Иисуса. Аллилуйя! О, слава Тебе! О, слава Тебе! О, слава Тебе! Посети, Отец, во имя Иисуса, обоняй, Господь, наши жертвенники, обоняй, Господь, наши сердца, обоняй, Господь, во имя Иисуса. Аллилуйя! О, ремагиро, лефам басая, кира лабагиро, лобого самба касом богиро лобо, кира лобогиро, лобогиро, лафам бошамбая. Умножение, Господи, благослови, посети свежий елей на Краузе, свежий елей на Дэви, свежий елей на России, свежий елей на конференцию, обеспечение конференции во имя Иисуса, организация конференции во имя Иисуса, народ да соберется на конференцию во имя Иисуса, помазывай всех спикеров во имя Иисуса, твоя рука над конференцией во имя Иисуса, слава твоя на этом жертвеннике, благодать твоя на этом жертвеннике, о Боже, твое благоволение во имя Иисуса, я славлю тебя, я поклоняюсь тебе, Отец, я славлю тебя за свежий елей, я славлю тебя за то, что враги твои гибнут и рассеиваются во имя Иисуса. Я поклоняюсь тебе. Кирилла Багирилла Фомбака Самбакама.
Отец, я молюсь за всех детей. Я молюсь за всех студентов. Я молюсь за всех учителей, за всех преподавателей. Выходите, я буду молиться вас. Я буду благословлять вас. Новый учебный год. Буду благословлять вас. Ваши хождения, ваши поездки. Божья защита. Кровь Христа на вас. Кровь Христа на ваши передвижения. Кровь Христа на вашей школе. Кровь Христа на ваши учебные заведения. Кровь Христа на всех. Охраняй, защищай во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса от всех бед, от всякого бедствия, сверхъестественным образом. Твоя рука, каждую школу Благовещенской, каждую школу Амурской области, каждую школу Российской Федерации, каждое учебное заведение в Амурской области, каждое учебное заведение во имя Иисуса в Российской Федерации. Благослови всех студентов, всех школьников, всех преподавателей, всех учителей, всех директоров. Благослови, Господь, благослови во имя Иисуса. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ура, багира, аллобагира, аллобаг. Поднимайте все детки руки Господу. Во имя Иисуса я благословляю, я призываю кровь Иисуса. Киралабагира, аллобагира, аллобаго, шамба, гасамба. Можете по порядку? Я хочу пройтись и возлагать руки на детей, на учителей, на всех, на преподавателей во имя Иисуса. Аллилуйя. Ура, багида, лобагида, ломага, шамбака, хая. Ура, батва, твои ангелы пусть охраняют во имя Иисуса на весь учебный год, зимой, осенью, весной, во имя Иисуса Христа, на каникулах, во имя Иисуса, на машинах, на автобусах, на дорогах, на тротуарах, когда будет снег, когда будет зима, когда будет лед, когда будет дождь, когда будет холод, мороз. Огонь твой пусть охраняет их, защищает их во имя Иисуса Христа. Ангелы твои пусть охраняют их, защищают их во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Ура, багира, халла, багира, халла, бага, шамба, коса. Кира, ла, багира, халла, багира, халла, багира, халла, бага, чагира, лефамба, кахая. Ура, багира, халла, багира, халла, багира, халла, бага, чагира, лефамба, самба. Кира, ла, багира, халла, багира, халла, бага, шакара, хая. Во имя Иисуса сохраняй всяких вирусных инфекционных заболеваний каждого ребенка. Во имя Иисуса Христа, аллилуйя, храни их. Во имя Иисуса защита Твоя, ограда Твоя, ранами Твоими они исцелены. Огонь Твой на них во имя Иисуса Христа. Ох, аллилуйя, 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 аллилуйя. Ура, багира, халла, багира, халла, багира, халла, фамбосам, бага. Ура, багира, халла, багира, халла, бага, шагира, ла, бага, шакира, лая. Слава Тебе, Иисус, слава Тебе, Иисус, аллилуйя.
прославить Господа. Благо есть славить Господа. Аллилуйя! Я благословляю всех детей, студентов, учителей и преподавателей, чтобы была Божья мудрость, чтобы божественные знания давались им, чтобы благодатное знание опустилось на каждого ребенка, на каждого учителя, преподавателя, чтобы становились учителями, преподавателями года в городе, в области, в деревне, в поселках, где бы вы ни были, кто бы ни смотрел, откуда бы ни смотрели, не слышали мой голос, чтобы Бог благословил и возвысил вас во имя Иисуса. Амин. Я хотел бы спросить, есть люди, которые первый раз в зале, хотели бы вы принимать Господа в свое сердце? Иди ко мне, воздайте славу Богу. Иди сюда, иди ко мне, иди сюда. Да, поднимайся. Как тебя зовут? Иван. Мы в церкви уже 5 лет пьем твой чай. Ты знаешь? Теперь знаю. Теперь знаешь. Поэтому Бог тебя привел в ту церковь, которая пьет твой чай. Поэтому будь в той церкви, которая пьет твой чай. Хорошо? Хорошо. На самом деле Иисус любит тебя. Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Единственное, что отделяет нас от Христа, это наш грех. Поэтому из молитвы, покаяния, примирения мы поможем. Закрой глаза, поднимай руки. Скажи вместе со мною: Отец, во имя Иисуса, Отец, во имя Иисуса, я верю в Сына Твоего, я верю в Сына Твоего, Иисуса Христа. Он мой единственный Господь, Он мой единственный Господь и Спаситель. И Спаситель. Дорогой Иисус, дорогой Иисус, прости меня, прости меня за все мои грехи. За все мои грехи. Спасибо тебе, спасибо тебе за твою милость ко мне, за твою милость ко мне, за твою любовь ко мне, за твою любовь ко мне, что на кресте, что на кресте 2000 лет тому назад. Ты пролил свою кровь, ты пролил свою кровь для прощения моих грехов, для прощения моих грехов. И воскрес из мертвых, и воскрес из мертвых для моего оправдания. Для моего оправдания. Оправдания. Я оправдан. Я оправдан твоей жизнью. Твоей жизнью. Жить буду, жить буду твоей жизнью. Твоей жизнью. Поэтому я открываю свое сердце. Поэтому я открываю свое сердце и приглашаю тебя в свою жизнь. Тебя в свою жизнь. Будь господином моей жизни. Будь господином моей жизни. Во имя Отца. Во имя Отца. И Сына. И Сына. И Святого Духа. И Святого Духа. Амен. Амен. Теперь ты мой брат. Я твой брат. Мы в одной большой семье. Его зовут Иван Русский. И он вместе с нами будет служить Богу, поклоняться Христу и пить Иван-чай. Иди сюда, забирай. Он сегодня желтый ангел. Иди за ним, пожалуйста, Иван. Его зовут Артем. Об одном кающемся на небесах великая радость. Потому что небеса знают цену спасенной души. Поэтому радуйся, соединяйся с небесами, а не с преисподней. Преисподняя грустит,
и равнодушие. Аминь. Да будут спасены все Иваны в России и не Иваны. Сегодня еще одна важная часть нашего служения. У нас здесь такие благословенные люди, благословенная семья, чьи фамилии трудно запоминают все, мужской род, женский, потом в детях, тем более в женском, в детях, внуках по-другому. Это Казюленис, это Казюлените и Казюленине. В общем, сегодня Казюленис Александр и Казюленине Юлия. У них годовщина свадьбы 14 лет. Вы идете, нет? Четырнадцать лет позади. Воздайте славу Богу. Вика уже выше Юли. Саша, Михаил умнее Саши. Он переплюнул своего папу. Я однажды пришел, дети все собрались. И они: здравствуйте, пастор. Я говорю: здравствуйте, детки, а где мои конфетки? В следующий раз я прихожу, Миша достает из кармана: не здоровайтесь, ничего, пастор, вам конфетки. Что я больше не спросил, где ваши конфетки. Да, Влада? Поздравляю вас. Юля, как 14 лет можно выдержать самурая? А? Поздравляю. Четырнадцать лет Давид был в бегах от Саула. Я не знаю, почему я это вам говорю. Мне кажется, вы должны перестать бегать друг от друга, бегать друг от друга и не бояться. Поднимите руки. Я вас благословляю. Люблю вас. Поздравляю вас. Отец Бог, пусть эта семья во имя Иисуса будет благословена тобою. Да будет твоя рука над ней, твоя рука. Созидай ее сердце, созидай ее жизнь, посети ее. Пусть она будет благословенной, мудрой матерью, женою. Во имя Иисуса Христа благослови, Господь, Сашу. Благослови его сердце, его жизнь, посети его, помазывай его. Пусть он будет смелым, пусть он будет мужественным. Будет он настоящим священником, пророком в доме во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, детей. Пусть они служат Тебе, будут посвящены Тебе с детства. Во имя Иисуса Христа. Пусть вся эта семья, она служит Тебе в третьем поколении, в четвертом поколении, в пятом поколении. Дети всех детей, внуки, правнуки. Во имя Иисуса. Благослови, Господь, эту семью. Будь прославлен. Твоя защита, Твоя ограда, кровь Иисуса на них. Пусть исцеляющая сила будет в их доме, чудеса Твои в их доме. Пусть они познают Тебя как целителя, как освободителя, как Эль-Шаддая. И дай им, Господь, дай им новой любви, новой свежести, свежие откровения, свежая семейная, Господь, атмосфера во имя Иисуса. Мы славим Тебя и поклоняемся Тебе. И все это скажут. Аллилуйя. Поздравляю. Тебе 15, да? А сколько? 13? Правильно. А тебе сколько? 10. Скоро 11. Когда? 30 ноября. Поздравляю тебя. 45? Дал бы я побольше, конечно. Это знаешь, с какого фильма, нет? «Украшение строптивого». Поднимите руки, здесь присутствие Божие. Просто поклонитесь, благодарите Бога, побудьте Его присутствии, Его атмосфере. А вы останьтесь на сцене, нормально, побудьте в присутствии.
Иисус, слава Тебе. Мы поклоняемся Тебе за эту атмосферу. Посети нас. Посети наши дома, наших детей, наших внуков. Будь прославлен в нашей церкви, в нашем городе, в нашей стране. Мы славим Тебя, Отец, за Твое Слово, за Твое присутствие. Благослови следующую неделю, все молитвы, все служения, всю подготовку к конференции. Посети, прославься, Господь, во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И убедительная просьба, чтобы все мужское население церкви осталось. Хочу с вами поговорить. Все братья от 14 до 120 лет остаются. Вот. А все сестры и до 14, все свободны. С миром Божьим.